Тем временем предприниматели в Кызылординской области готовы оказать помощь в борьбе с коронавирусом. Некоторые предлагают сдать гостиницу под стационар для лечения зараженных COVID-19. Предприниматель Кайрат Буранбаев в связи с чрезвычайным положением остановил работу отеля и отправил 30 работников в отпуск с сохранением заработной платы. Все 60 оборудованных номеров его гостиницы полностью дезинфицированы. Если вдруг возникнет необходимость, там можно разместить более 100 больных. Здесь же можно организовать их питание. Мы должны оказывать поддержку друг другу в критических ситуациях, говорит он. Қаншама ғимараттар бар, барлығын біз қазір арендаторларға аренды платын барлығын тоқтаттық. У нас много зданий, но на период чрезвычайного положения мы с арендаторов плату не берем. Сейчас всем нелегко и нам трудно. В такой период всех поддерживает государство. Правительство предоставило льготы. Но и нам сложа руки сидеть нельзя. Нужно помогать победить вирус. Несколько пустующих зданий передать в пользование медиков и санэпидемиологов готов сельхозпроизводитель Мурат Сарсенбаев. Мы помогаем, чем можем. Приобрели антисептики, сырье, швейные машинки, изготавливаем защитные маски. Бесплатно раздаем их сотрудникам и жителям наших подшефных населенных пунктов Бесарык и Третий Интернационал. Также мы помогли установить там блокпост, жилые вагончики, биотуалеты. Обеспечиваем специалистов пропитанием. Но это все не для отчета. Цель одна – безопасно пережить карантин. Это сейчас самое главное. Свою помощь в период карантина предложила и директор частной медицинской клиники Раушан Базарбай. В ее медучреждении на 35 койко-мест работают 15 специалистов. Оборудованные палаты соответствуют всем требованиям. Действуют кабинеты, инфракрасная сауна и соляная шахта для лечения легочных заболеваний. Если это потребуется, то компания готова оказать посильную медицинскую поддержку, говорит она. Я хочу сказать, что весь медицинский персонал, все оборудование, все имущество, которое принадлежит нашей клинике, готово оказывать помощь всем пострадавшим. Я призываю всех предпринимателей Кызылординского региона протянуть руку помощи и оказать максимальную поддержку в борьбе с этим недугом. Более того, я как предприниматель поддерживаю всех тех, кто до сегодняшнего дня оказывал эту поддержку. Вместе мы победим. В целом в области помощь от местных меценатов, предпринимателей, депутатов в рамках акции «Бизбергемс» получили около 1500 жителей региона из социально уязвимых слоев населения. Алибек Байшуленов, Канат Несибаев, Айтмухаммед Байдулдаев, Кызылординская область, Хабар 24.